Видео подготовлено сайтом online.gdz.net. Давайте выполним упражнение. Номер 24 на странице 62. Рабочая тетрадь по математике до 4 класса автора Маром. Два мастера выкладывают пол кухни плиткой. Один мастер за час выкладывает 18 плиток, другой 20. За какое время они смогут выложить 380 плиток, работая вместе? Давайте узнаем, сколько плиток выкладывают два мастера за один час. К 18 прибавим 20. Получится 38 плиток выкладывают два мастера за один час. Теперь мы узнаем, за какое время они смогут выложить 380 плиток, работая вместе. Для этого 380 разделим по 38. Получится 10 часов. За 10 часов смогут выложить 380 плиток два рабочих, работая вместе. Пишем ответ. За 10 часов. Если вам понравилось видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. Если у вас есть вопросы или предложения, оставляйте свои комментарии под